Ну что же, дорогие друзья, всем привет, с вами я, Паша, и вы попали на мой YouTube-канал. Ребята, в этом видео я вас научу открывать чупа-чупс. Но перед этим передаю привет Андрюше Покрышкину, Герману 444 и Ваньку 228. Привет вам большой, ребята, от меня. Итак, дорогие друзья, сейчас я вам объясню, как открывать чупа-чупс. На самом деле, дорогие друзья, открывать чупа-чупс очень легко. Смотрите, все чупа-чупсы состоят из фантика, из вот такой вот палочки. И нам, дорогие друзья, для того, чтобы открыть чупа-чупс, нужно просто убрать фантик. Смотрите, нам нужно потянуть фантик вот таким вот образом, тянем его несколько раз, тянем его очень сильно, не жалеем, можем также помогать зубами, и вот таким вот неволшебным образом мы можем легко открыть наш чупа-чупс, и давайте попробуем его. Ну ладно, дорогие друзья, обязательно поделитесь с этим видео со своими друзьями. Надеюсь, я вам реально помог. Всем желаю здоровья, всем удачи, всем благополучия. Всем пока-пока, друзья. Всем до встречи. Пока. Пока.